Всем привет! Сегодня 3 января, пора уже просыпаться. Сегодня я вам хочу показать очень крутую тренировку для рук, которую можно выполнить дома. Итак, друзья, давайте сразу с вами все на берегу разберем. Я буду работать в статодинамике, буду делать 5 подходов на каждое упражнение. Отдых между подходами 40 секунд, время работы 1 минута. То есть сделали 1 минуту, 40 секунд отдохнули, и так 5 подходов. И отдых между упражнениями 2 минуты. Все ясно? Тогда давайте начнем. Тренировку мы с вами провели, бицепс, трицепс, забились практически до отказа. Ребята, если это видео наберет более 500 лайков, то я обязательно сниму очень крутую тренировку, как накачать плечи в домашних условиях. Поэтому ставим лайки, подписываемся на канал. С вами был Филиппов Андрей, всем до скорого!